Да, видеоагентство, это работа. Да, я просто пришел посмотреть, что тут происходит. Ну, тебе 14 лет, действительно, да? По всей России в субботу проходит акция протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, задержанного на месяц после возвращения в Россию и находящегося под угрозой тюремного заключения. Акции уже прошли как минимум в 13 крупных городах, в том числе Хабаровске, Южно-Сахалинске, Якутске. Вышедшие на улицу российские города выступают за освобождение Навального. Среди них много молодежи и школьников. Во время акции в центре Москвы на глазах у журналистов и блогеров полицейские пытаются утащить в машину несовершеннолетнего, схватив его за шиворот. Участники акции засняли данный момент и опубликовали в сети. «Жуткий образ современной России. Диалог поколений», написал в своем телеграм-канале российский политолог Максим Шевченко, поделившись этим видео. Да? Но ты как-то свою позицию выражаешь тем самым или нет? Да нет. Просто пришел посмотреть, поснимать. Ладно, спасибо. Отпустите! Ребенка, быстро! Так, давай, забираем. Не трогайте ребенка! Ребенка, быстро! Не трогайте ребенка! Отпустите!